Всем привет, дорогие мои! Сегодня я хочу вас познакомить с каналом «Все обо всем». Ирина и Виктор – наши земляки. В данный момент они живут в городе Красноярске, снимают видео о городе, о достопримечательностях. Ирина снимает видео с рецептами всевозможными, там пирожки, безе, салатики. Виктор очень любит рыбалку, у него много советов про рыбалку. А также они часто ездят домой к родным в город Назарово. Назаров от нас совсем недалеко. Мы когда ездили в Хакасию за девчонками в санатории, мы там бываем очень часто, мимо проезжаем неоднократно в этот город. И в Ачинске они вот, конечно, тоже бывают, видите. Поэтому заходите, подписывайтесь и наблюдайте за жизнью Ирины и Виктора в городе Красноярске. Ссылку на их интересный-преинтересный канал я оставлю под видео. Поддержим сибиряков подпиской. Спасибо вам. Вот Ома какую игру нашла. Все у нас кушают, на улице наигрались, накатались. Да, папа? Особенно папа. Столько снега перечислил. Ну, похоже, заболела. Ну, не знаю, еще не точно. А если вот такие вообще такая у нас пол большущий-пребольшущий? Просто вот тут. Женечка, сядь туда с той стороны, милая. Мам, видишь, Томочка тут играет. Ну. Здесь не могу туда взять. Ну все, играй, играй, умница. Ой, думала, Алина тут, она мне тут распускает, видео смотрит. Она, наверное, пошла баню проверить. У нас сегодня баня, ну, суббота, потому что. Ну, получается. Приятного аппетита. Спасибо. Все, мы сделали добрый. Папа приклеил уже. Как папа приклеил? У него есть. А, ты приклеил, который она оторвала, да? Оторвала. Вот как. Санечка, старшая сестра, как хорошо с младшей играет. Да, умница моя. А то Тома тут пробовала, не может собрать. Аж психует. Психовала? Угу, согласна на все это, Тома наш. Кукушки. Вконтакте там состою в группе. И это... Ой, девочка, по-моему, Саша тоже зовут. Родилась она в сентябре, как наша Томочка, только в этом году, 19-го года. Настя мне там. Ну, я... Бывает, что смотрю, делюсь, у меня там, по-моему, есть ВКонтакте, поделилась я. Настя такая: мам, может быть, возьмем? Она рыжая. Рыжее, чем наша Томочка. Ну, видно уже по ребенку, что будет очень красивый ребенок. Я говорю: ой, нет, доченька, нет. Жалко, всех детей на свете жалко. И понимаю, что в семье ребенку было бы намного лучше, но сил уже нету. Здрасте, Тома! Ты что, его туда засунуть хотела? Угу. Девчонки, а где у нас от коляски от Томиной зеленой переноска? Не знаешь, Дарин, не видела? Нет. Чтоб куколы положить вот так, скачать вот так. Ну, где переноска? В коробке. А, в коробке. Сюда вот. Мам, он конец в моей кровати. Где? Конечно, спит. Пусть
А, вон сливается, аж там спит. Ой, ладно, доченька, не лазь там, милая. Завтра надо будет разобрать там хорошенько игрушки твои. Надо будет прибраться потом перед сном. Девчонки тут игрались. Кровать делали. Почти доделали тут. Потом на коньки поехали. Девчонки смотрят «Мадагаскар 3». Вообще сегодня было 3 «Мадагаскара». Первый маленько посмотрели, второй вообще не смотрели, я на коньки уехали. Первый, когда они уехали из «Мадагаскара»? Нет, мы видели, но я имею в виду сегодня не могли посмотреть. А, мы на коньки были. Сейчас вот идет третий, девчонки пытаются смотреть. Мерю температуру Санечки. Мне кажется, она температурит. Смотрите, бледненькая, видите, нифига, какая? Нифига, страшно, подзета какое, да еще впереди. Ага, еще обезьянка. Да, Сань? Смотри, чтобы подзе бежит за ним. Ой, что такое у нас? Напасть какая-то прям. Все болеют, болеют, болеют. Выключись. Тебя морозит, Сань? Смотри, смотри, смотри. Нет? Ну, посмотрим сейчас, есть, нет температуры. Ну, все, включай звук. Санечка, садим туда. Сейчас, подождите, я... Так, Дариночка, ты пока открывай. На, Том, подержи камеру. На Дарину только. На Дарину, ага, вот так. Я пойду, Саша, принесу таблетки. Снимает меня? Да. Да, снимает. Так. И Женя. Да. Это мама не сказала держать. Что у нас тут есть? Подожди. Открывать. Ага, сейчас. Руками можно открывать. А? Нет. Верно? Ну, вот у меня только криво. Не надо так криво. Не надо так. Мама будет открывать. Еще одну открыть. Подожди, Тома. А ты только это делаешь? Жень, на себе это. Мама, видно, салочки камеры. Мне кажется, она криво снимает. Мама, а Жене было видно. Видно? А что ты мне все открыла? Да. Ну, давай. Так, первое, вот это, ты написала «Поздравляю с наступающим Новым годом». А ты хоть прочитай от кого-то. От Карины. От Карины Масловой, да. Карина нам часто пишет комментарии, и она писала в комментариях, что она нам отправит письмо. Вот пришло. Дай-ка мне. Так. Да, от Масловой Карины. Мы ее адрес тут показывать не будем, а Дарина сейчас покажет. Вот, смотрите, что еще. Это, наверное, она сама все рисует, да? Ну, верно. Ну-ка, покажи, Томочка, что это. Мне кажется, сама рисует. Новогоднее раскрашено все. Покажи, так, тут написано «Поздравляю со спящим Новым годом опять». Mm-hmm. Вот такой рисунок. Тут шампанское, да? Угу. Mm-hmm. Она сама рисует. Бумажка такая. Тоже. Кактус. Кактус новогодний. Гирлянда, фляточка. Бумажка. Ну, это перекладывается, такой, чтобы они... Красивый рисунок. Вот надо это перевести все. Вот посмотрите, тут написано по-английски. Можно перевести, тут карандашом внизу написать ответ. Это, наверное, из какого-то... Как его? «Звездных войн». Да, да. Там был такой, я помню. Ну, хотя я смотрела. Знаете, я «Звездные войны» вообще не смотрела. Я видела только рекламу. Угу. А, три таких красивых. А кто? Один был в шапочке, другой в оленьих рогах. Нет.
третий просто так. Ну, это фламинго, наверное. Да, фламинго. Вот можете на них нарисовать. Это Карина перекладывала, чтобы ничего не заморалось. Так, дальше. Вам тут написано. Да. Так, это письмо пришло, это от Карины у нас было письмо, а сейчас пришло второе письмо, сейчас скажу от кого. Томочка, милая, не перепутывай, это пришло письмо от Дины Владимировны, Волгоградская область, город Волгоград. Так, показывай, Дринечка. Это дневник для диабетиков, для тел. Вот такой. Вот, спасибо, хотя мне выдали, когда я ездила в этот в Красноярске, мне выдали дневник самоконтроля. Такой? Да, да. Круто. Так, ну-ка, тут, открой, что тут. Это Дарина отрезала. Так. А тут Дина прислала нам свой адрес, почтовый адрес, электронный адрес, Mail.ru. Вот. Совет, ну, рекомендации по технике там. Да, как ставить инъекции инсулина. Так, Диночка, огромное вам спасибо. Дина. Имя такое Дина. Вот как. Экзотические растения. Это папе, о, да? Экзотические растения из косточек. Пап, смотри, тебе. Гранат, олива, финик, прикинь, все это можно выращивать. И пап, кушать возьми. Потом. Папочка, да. Угу. Тут письмо пришло, ну я его прочитаю сама. Дина, с уважением и любовью. Единственное скажу, что Дина пишет, что у нее, в общем, я даже не покажу письмо, просто скажу, что Дина написала, что у нее тоже сахарный диабет, и я сейчас это все внимательно прочитаю. Скажу, что спасибо, Диночка, вам огромное за слова поддержки в наш адрес. И написано: Дина, с уважением и с любовью. Огромное спасибо. Санечка, полегче стало? Кашляет, кашляет. Ой, наверное, разболеется. Пока. Пошли в баньку. Намыл, нагладил свою любовь. Да? Ну, я сюда поставил сразу с благоухать начал. Благоухать. Посмотрите, Вася там сделал. Вчера он делал эту подсветку. Вон она какая красная. В общем, вчера не сказала. Сегодня я вижу, что он сделал подсветку. Девчонки там смотрят видео. Тут тоже. Доченька, поставь, милая, на паузу. Алиночка уже намылась, наконец-то, радостная такая. Наконец-то я сходила в баню. Ой! Мама! Дочь, что вы тут играете целыми днями? Аж сесть некуда. Это дети. Только я вам принесла. Оксана прислала лаки. Дарина уже покрасила. Покажи, каким ты покрасила. Он белый, да? Ну, какой-то молочного цвета. Что это? Ну, что это такое? Фигня, чтобы быстро ногти высушить. А где? Так надо было сразу приготовить ее, потом только. Всем Господи. Пахнет. Дарин, Дарин, ногти красит. Тома, что у тебя такое на голове? Скажи мне. Повязка моя. Кстати, Санечка у нас затемпературила. 37,7. Я пока ничего. Да, ничего это не даю пока. Вот так вот делать. Да? Что, правда? Печати ставить, что ли? На папе. Угу, понятно, понятно. Сегодня, значит, маленьких мы не берем в баню. Сами пойдем только.
хочет Женю одну вести, она там, ой, мам, можно я не пойду? Сань, температуре, Том как будто как ветрянка заболел, завтра буду следить. Пока только там 2 или 3 у нее прыщика, ну похожих, очень похожих на ветрянку. Прям пузыри водянистые такие. Ну, вот здесь вот особенно, прям вообще ветряночный-ветряночный. Так, не надо мне не везде печати ставить. Тыквенный, облепиховый. Сразу скажу, я не делала нынче. Соседка Тамара принесли нам. Вот мы тут открываем. Жалко, дети не пьют. Никто. Я буквально один глоточек. Да не ври ты, все, ты пьешь. Я глоточек сделала, попробовала. М-м-м, какая вкуснота. Одному папке придется отдуваться, пить его. Папа у нас там изучает, что у нас с машинкой, ой, с посудомойкой не так. Видите, у нас таблетка, вон лежит. Вот третья таблетка, и она даже не открыта. Похоже на то, что нам напора воды не хватает. Больше никаких у нас как бы причин нет. Но посуда помыта. Даже вот таблетка вообще не растворилась. Да, вот смотрите, вот она. Ой, сейчас я достану. Вот. А ее не должно быть. А она, вот она, эта таблетка. Но посуда помыта все равно. В общем... Вася говорит, надо попробовать посудомойку эту на ночь ставить. Может быть, поможет. И надо попробовать еще порошком купить. Гелем или как... Доченька, зачем ты трогаешь, милая? Мойте теперь руки. Это же там все равно какая-то... Молодец, помыла, сполоснула 3 секунды. Ну, в общем, вот так вот. Не знаю, что у нас как там. Попробуем завтра в ночь. Что там изучаем, изучаем, как, что делать. Саня заболела, температурит. Не знаю, буду, не буду ей лекарства давать. А эти, смотрите, красавицы тут валяются. Все распустила полностью, все. Круг начну вязать. Какой фильм смотрите-то? Путь домой. Путь домой? Да. Про что? Про собачку. Вот путь домой. А, как-то я помню, кому-то я... А! Кому-то пыталась включить, так мы и не смогли включить. Дочь, ну что это за бардак такой у вас? Приберемся. Последний раз вот открывали мы. Что, да, Алина, Дарин, ты бросила? Не налезла, что ли, или что? Что не налезла? Вот это. Это Алина мне дала, я уберу. А брюки? А эти... Нету? А, понятно. Вон они тут ногти делали, сушили. На батарейках очень красивая, хорошая такая штучка. Энциклопедию, надеюсь, читают. Читают. Ну, молодцы. Ну что, будем всем говорить до свидания. Всем пока-пока. Томка, заболела, нет, ветрянкой? Да. Ну, слава богу. Че, когда они болели? Палки ваши забирайте. Пусть что тут ты? Живут, да, нет. Том? Пусть тут живут. Нет. Ну ладно, до свидания, до завтра. Пока. Балованная. Вот балованная, вот балуется. Где?